здесь киевлянка, я везде об этом говорю. Я жила в центре Киева, на Красноармейской улице, в нашем доме. Вы даже не представляете себе, вот было очень много людей, послевоенные дети бегали по двору. И все, что стиралось, все, что выносилось на улицу, вешалось на эти веревки, помните? Боже, все, простынки, женское белье. Боже мой, но это было потрясающе, когда замерзали ноги, можно было спустить на колено. Но понимаете, в этом был какой смысл? Вот этими трико, как вот этим предметом, можно было вымыть машину. 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 Можно было вытереть ее досуха. Можно было даже сделать чехол из этого для машины. А сегодняшними вот этими, ими даже очки не протрешь. Да чтобы не все подохли. Да чтобы не все подохли. Да чтобы не все подохли. Вафлёры, блядь. Короче, раз, два, три, четыре. Боже мой, но это было потрясающе, когда замерзали ноги, можно было спустить на колено. Но понимаете, в этом был какой смысл? Вот этими трико, как вот этим предметом, можно было вымыть машину. 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 Можно было вытереть ее досуха. Можно было даже сделать чехол из этого для машин. А сегодняшними вот эти, ими даже очки не протрешь. Вот эти вот женские, как они называются, вот с начесом, ритузы. В общем, женщины, помните, каких это было цветов? Ярких? Женщины очень серьезно, ярких. Не просто ярких, таких цветов в природе не существовало. Салатовые, розовые, фиолет. Можно было вымыть машину. Можно было вытереть ее досуха. Можно было даже сделать чехол из этого для машин. А сегодняшними вот этими. Можно было вымыть машину. Можно было вытереть ее досуха. Можно было даже сделать чехол из этого для машин. А сегодняшними вот этими. Можно было вымыть машину. Можно было вытереть ее досуха. Можно было даже сделать чехол из этого для машин. А сегодняшними вот этими. Можно было вымыть машину. Можно было вытереть ее досуха. Можно было даже сделать чехол из этого для машин. А сегодняшними вот этими. Ими даже очки не протрешь.